Друзья, идет заготовка дров. Хочу вам продемонстрировать вот такое свое приобретение. Ну как приобретение. 2 года я уже и работаю. Makita UC3551A. Несмотря на то, что у нее не самая длинная шина, очень даже хорошая эффективная пила. Как я уже сказал, 2 года ей работаем. Цепочка еще родная, периодически ее подтягиваю, ну, 2 раза ее точил. Но смотрите, состояние цепи очень хорошее. Спросите, почему в смазке? Я всегда, когда большие объемы работ выполняю, дополнительно, помимо того, что сюда, конечно же, заливается специальное масло, дополнительно еще вот у меня такая всегда стоит кастрюлечка с отработанным машинным маслом, я для охлаждения и смазки всегда после 3-4 дровин, видите, из леса какие таскаем, твердая древесина, всегда подмазываю. И это служит определенной долговечности и шины, и цепи. Так что, друзья, однозначно рекомендую. Сейчас покажу вам, как она пилит. Но в целом я доволен. Оценки хорошие у пилы по моей шкале. Эффективность, износостойкости, удобство работы. Вот эти, те, которые я оставил, ты их сразу Смотрите, какой скворечник этой пилой сделал вчера. Просто клево получилось. Полностью натуральный. Обрубил низ, обрубил верх, выдолбил, вернее, выпилил пилой внутренности. Стамесочкой поработал, и получилась вот такая красота.
Поэтому, друзья, в общем-то, однозначно рекомендую такую пилу, несмотря на минус короткий вот этот кабель питающий. В остальном все хорошо. Шина надежна, цепочка родная надежна. Делаем заготовку, ну, где-то раз в месяц дров. Помимо этого, там какие-то пильные работы. Вот эта штука очень хорошая. Не на всех пилах есть, металлическая, такая остренькая, хорошо впивается, чтобы работа облегчалась. Очень легко подтягивает цепь. Не надо никаких инструментов. Видите, вот так ослабил немножко. И потом вот этим колесиком цепь подтягиваешь и снова. Ну, в общем-то, раз. И все, цепь подтянута. Вот колесико регулировки. Все здорово, без инструмента, без всего. Масла есть немного. Шины меняются тоже легко. Вот шинка раз. С другой стороны шинка два. В принципе, и все. И все, что нужно знать об этой пиле. Спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, ролик был информативен. Чем-то вам помог. Натолкнул на какую-то мысль. Или наоборот, оградил от какой-то ненужной мысли. Все, пока.